Распаковка. Мы сейчас разрезаем. Вот. Всем привет! Сегодня у нас пирог на закреп или на ПП. Очень простые ингредиенты, минимальное количество. Одно яблоко, одно яйцо, примерно 100-120 грамм творога, соль. Дальше яблоки нужно будет сбрызнуть лимонным соком. У нас не оказалось лимона, поэтому апельсином сбрызнем. Две емкости, терка. Вот на этой будем натирать яблоки и блендер. Так, яблоко нужно очистить от кожуры. Я вам сейчас покажу, как получается. Вот такие прозрачненькие слайсы. Яблоки потерли. Теперь сбрызнуть нужно соком лимона, в моем случае апельсина. Буквально, наверное, столовая ложка. Это и придаст аромат этому пирогу. Готово. Ну, вот так перемешайте. Теперь разбиваем яйцо. Щепотка соли. Если добавляете что-то подсластитель, добавьте сейчас. И примерно 120-125 грамм творога. У меня здесь 170. Вот так. Вот так примерно творога. 50 грамм остается. Теперь это нужно пробить блендером. Если у вас такой зернистый творог, ну грубый, вы его через сито пропустите. Самый приятный момент – это освободить блендер от массы. Так, готово. Теперь нужно смешать яблоки и нашу творожную массу. Смешивайте аккуратно, чтобы яблоки вот остались целыми, ну, целыми кусочки, чтобы они не поломались. Чтобы все яблоки покрылись вот этой творожной массой. Берем форму. Форму я, если вы не уверены в своей форме, застелите пергаментом. Если и в пергаменте не уверены, то пергамент смажьте растительным маслом. Я не уверена ни в том, ни в другом, поэтому у меня вот так. Все смазала кисточкой. И выкладываем все в нашу форму. Вот так вот уплотните, чтобы вот все яблоки, чтобы пустот у вас там не осталось. Вот силиконовой лопаткой это лучше делать. Тогда вы яблоки не повредите, и масса вся у вас уплотнится. Все, ставим в духовку. Духовка заранее разогрета, 170 градусов, примерно на 40-50 минут. Начните заглядывать туда уже в 35 минут. Итак. У меня ушло 50 минут, напомню, температура 170 градусов. Пирог я выложила на решетку, он полностью остыл. Теперь мы его перекладываем на тарелочку. Вот так. Распаковка. Как Леша шутит, распаковка. Значит, я вам что хочу сказать. Вы не ждите от таких десертов, ПП, дюкановских, какой-то прям такой необыкновенной красоты. Они такие неказистые, но поверьте мне, они вкусные. Вот смотрите, мы сейчас разрезаем. Самое то в такие дни, когда... Да, вот, смотрите, в разрезе. Яблоки, творог. И вы знаете, я не добавила сюда никакой подсластитель. Яблоки у меня достаточно сладкие. Вот сейчас попробую, скажу. Угу. Очень-очень сладко получилось. Вы можете сюда добавить в качестве соуса греческий йогурт. Вы можете в сам пирог не добавлять подсластитель, а добавить его в йогурт, и будет такой сладкий сливочный соус. Всем приятного аппетита! Худейте с удовольствием, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, будете ли вы такое готовить, что-нибудь напишите, мне будет приятно. Всем пока!